И снова птица попала в капкан вот этой трубы. Она где-то там, внутри, и не может выбраться. Будем спасать. Уже два раза синицы, попавшие в трубу, выбирались по веревке на свободу. Кому охота, посмотрите ролик на моем канале. Так кто же там сидит внизу? Эй, выходи! Совершенно отчетливо слышно какое-то там шипение. Уж не змея ли там решила обосноваться? Поднял стойку беседки и просто обомлел. Да там не одна птица. Что-то там зашевелилось, и вот одна птаха улетела. Ну, слава богу. Но остальные, увы, мертвы. И уже, видимо, давно. Скорее всего, погнались за мухами и свалились в пропасть. А рядом никого не было. И да, жалко. Ну, хоть еще одну синицу удалось спасти. Это хорошо. Всем доброго здоровья и до свидания.